Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем наш трешечок. Пробуем добить сегодня хотя бы на 2-3, на 3, я не говорю, на 2 звезды подземочки. 6-8. Мы, по-моему, пришли. 6-9. Есть трудности, потому что там есть черепа. Намного сложнее все стало у нас. Ну, постараемся сегодня их дотащить. Так, берем таких вот героев. Попробуем все-таки унизить. Или унизиться одной из двух. Так. Есть. Дальше. Кого возьмем? Бочку. Однозначно, без бочки никак. Так, тыковка наша. Вот такая. Ставим ей ангела. Так, ну вроде как бы такой вот составчик. Юниты есть. Сейчас нафармим на магию. Let's go. И попробуем, сейчас еще возьмем гильдейскую магию. Вот так вот сделаем, на золото мы брать не будем, на ресурсы. Отлично. Ну что, поехали. Правда, не такими героями, такими героями я затащу. Кстати, давайте просто попробуем такими героями. Ради интереса. А, 6-8, 6-7 мы прошли. Это мы, по-моему, не прошли как раз таки. Как видите, таким составом тут вообще без проблем. Ну, хоть добьем на 3 звезды. И сейчас будем мучиться гарнизоном бегать. Так, отлично. Поехали. Меняем. Так, бочка. Дяха. Тыковка. И все. Так, такой вот составчик. Че, я магию ее залопнул. 6-8. Но у нас есть еще и гильдейская магия, поэтому мы не должны так, как раньше, сливаться. Вот видите, я намного дольше смог задержать. Ну. А, блин, я тотем и не разрядил. Вот я тормоз-то, а. Такой заходик просрал, конечно, жалко. Ну, неплохо. Магия мне гильдейская понравилась. Так, окей. Резаемся.
Пробуем. Так, кто-то мы убрали. Ускорялочка, заморозка и с бочечки. Выпускаем всех усиления и держим. Так, бочку у нас, к сожалению, уже ушатали. Блин, печально, печально. Вольт сейчас включится, он нас натянет, если мы его не разрядим. Не получилось у нас это сделать. Ну, у нас были заходы приблизительно плюс-минус. Пробуем. Нужно по максимуму попробовать оттащить щит, потому что без него тяжеловато это все будет. Так, давай, Вольт, где-то подальше туда лети. Блин, не попал нормально, отлично. Так, смотрим, оттягиваем, оттягиваем. Гарпия. Нет, к сожалению, нет. Урон, конечно, классный. Сейчас вот заагрились, но все. У нас слили самого основного героя тут. Это, конечно же, Тритон. Сейчас попробуем с другой стороны зайти. Конечно, побольше автопрокера, но попытка не пытка. Нет, 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 то. Тут у нас череп рядом. К сожалению, нет. Да, все-таки оттуда это самый такой оптимальный вариант будет для этой подземочки. Так, не умираем, не умираем. Отлично. Вот сейчас, кстати, очень отлично у нас зашло кинуть дефный вариантик. Но, блин, видите, что делается? Просто... Просто жесть. Значит, сейчас попробуем немножко по-другому сделать. В принципе, у меня хватает героев с разбросом. Фига себе, золото стоит. Курс вообще проще продать кулачков. Дешевле. Так, окей. С этим мы разобрались. Видите, сколько ресурсов, столько кулаков тратите на то, чтобы потратить 10 минут на подземке. Так, пробуем другой вариант. Раз, два. Этот вариант тоже. Как видите, урона хватает. Героям буслить, но не успеваю.
вроде из Железной Бури герои стоят, все равно не хватает. И это еще не основная беда. Ладно, пробуем опять наш старенький вариант. Там, когда мы до черри подойдем, а там самая основная у нас проблема будет. Юху! Я бой. Вот сейчас на черепах, ребят, вот самая основная проблема это будет у нас черепа. Они сейчас нас просто унизить могут, если мы их не успеем убить. Видите, да, то, о чем я вам говорил. процента. Ну, бочка тут ничего уже не сделает сама, к сожалению. А героев там и слили, в принципе, всех. Видите, некому снять баф черепа. Хороший заходик был. Отличный даже. Попробуем потом поставить питомцев. Потерял я мышку свою. Не знаю, ли успеем сейчас. Мне тут, видите. Хотя тоже, в принципе, неплохо слили, но... Все, тыковку потеряли. Замедлили, классно, все, но... Не то. Правда, у меня цепли не прокачаны, ну ладно, как вариант, пробуем. Вот, нет, такой вариант тоже некому убивать, все у нас сейчас тут. Сейчас нас просто сольют. И то нас слили. Так, отличненько, вот так всем стоять. Блин, чуть-чуть дальше. Чуть-чуть бы дальше. Да, в принципе, пофиг. Так, ну вроде все выжили. Пробуем. Ну, а где разгон? Блин, да что за фигня? Где разгон? Тыковка вообще расслабилась что-то. Без разгона, блин, ни хрена толком не сделаешь. Давайте попробуем. Не успел, видите, чуть-чуть не успел. Конечно, круто мы зашли, но
был бы сейчас у нас тут. Тритон было бы неплохо, но вся суть в том, что надо удачный заход словить. В принципе, слить героев — это уже не проблема, с черепами разобраться — вот это самая основная проблема будет. Но если герои побегут в обход, мы свободно сможем хотя бы набить две звезды. Так, отлично, поехали. Юниты еще есть. Можно было бы сейчас юнитом кучу нанять спамить, но это очень долго будет все. Мы не ищем легких путей. Сейчас попробуем немножко ниже вот так вот выбросить всех и побежать вот так вот сюда и пониже. Не бежать сразу на центр. Не успел тритона, блин. Не успел. Ну тут что хоть из одной тычки герои сливаются уже. Была бы у них аугментация, был бы еще вариант. Был бы не такой вариант. Тут тыкву слили. Плюс тотемы. Конечно, тритон фигачит по полной. Ну, пробуем, может, бочка затащит. Но это вряд ли. Видите, стан, очень много урона. Но урона, конечно, просто немерено. У тритона. Особенно первые секунды, вот это самое основное, пока действует щит. Дальше его просто сливают, но нет. Так, окей, поехали еще разок. В принципе, герои нам тут не страшны, когда они вот так вот, у нас хватает разбросов, чтобы они не включились. Но дальше уже, вот самая проблема дальше, когда мы подбегаем ближе к центру, где вольты. Там у нас проблема получается. Надо подумать, так разогнать героев, чтобы они, не добегая уже до вольта, были на максимуме раскручены. Тогда было бы, конечно, можно было бы купа поставить. Тогда бы на изи затащили. Он бы дал нам быстрый набор. Нам бы было пофиг все. Но это, к сожалению, не вариант. Блин, можно еще дальше даже кидать. Так, ну вроде успел. Маловато, маловато, маловато урона. Не то. Ладно, попробуем стыковки начать сейчас. Может, такой вариант получше будет. Туда бочку можно выбирать, как танка. Вот видите, что стыковки делается. Конечно, круто разогнались, все, вопросов нет. Но без тыквы они тут ничего не сделают.
блин, и смотритель хороший у нас, ну, как видите, тритона слили. Надо немножко дальше эту заморозку кидать. Но сейчас вот на вольте, в принципе, могут разогнаться, не? И тыковку слили. Ну и тритона нет, неким убивать просто. Конечно, круто замедлили, но дальше все. Не знаю даже, что придумать. С Купидоном как-то не особо кайф будет проходить. Ладно, пробуем. Вот сейчас, блин, круто зашли, конечно, бочку слили. Фу-ф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 у
тотемы. Тотемы, как видите, плюс черепа. Опять 34%. Почти. А с тотемами, я тут ничего не могу поделать. Обидно. Ну вот он, в принципе, тут не особо страшен. Так, ну. Да блин, гарпия. Твою ж мать. Такой заход, блин, из-за гарпии просрали. Тоже, видите, не заморозили, и все, она нас просто замедлила. Пиковка, бесполезный овощ. В принципе, давайте попробуем такой вот вариант. Не использовать заморозка. Так, ну может так хоть повезет. Ну да блин, да чё такое, так офигенно шли, вот блин облом. Просто тупо в один миг слили всех нафиг. Ну, пробуем еще разок. Тут, как видите, у меня посливали уже. Разгона-то, конечно, у меня сейчас хватит, но у меня некем сливать всех остальных. Ну, шансы, конечно, есть. Замедление, блин, столько. И все, тотем. Вот тотем этот нам портит с арой. 33%. Но у нас слили, к сожалению, 3 тона. Сейчас попробуем тотемы все пообезвреживать сарой.
Хотя тут я их больше не достану никак. Поэтому варианта нет. Ну, как видите, можно бочкой смело стартовать. Или не очень. Или не очень смело. О, вот я нашел вариант, который нам, наверное, подойдет больше всего. А может и нет. Ну, неплохо он бы нам зашел. Заморозить всех подальше, тут выкинуть и потом ждать момента. Но, конечно, блин, любая возвратка, это жопа полная. Ну, как вариант, кинуть чем подальше магию. Ну, тритон, конечно... В данном случае нам все портит. Блин, медузу не зафармил. Она просто нас слила. Сейчас попробую еще разок. Такой вариант, в принципе, самый оптимальный может быть. Сейчас проверим. Вольт нам вообще не страшен. Разброса у нас хватает. Значит, кидаем так. Ускорялка. Выпускаем всех. Заморозка чем подальше. Ну и теперь... Блин, ледяху слили. Да что такое? Там еще тотем с Арктикой. Да, без ледяхи у нас сейчас тут жопа будет. Тритон. Пипец какой-то. Опять не заморозил. Опять она сейчас нам, блядь, напортачит. Ну, тыковку слила сразу же, блин, причем. Запарила она уже меня. Ну, блин, круто, конечно, не дамажит. Без разгона толку никакого. Да, тут, конечно, от гарпии столько прилетает, что просто нереально. Меня тут гарпии шатают, сволочи. Чтоб вас шатало так, ну. Не знаю уже, что придумать. Попробуем сейчас с другой стороны пробежать еще, как вариант. Конечно, есть шанс, но очень маленький. Везде, блин, медузы, гарпии и прочая фигня.
Ну вот круто забежали. Офигенно просто. Ну, блин, а дальше чё? Чё дальше? Давайте разгон, блин. Каким образом тыкву там ушатали? Я не знаю. Видите? Печально. Чуть-чуть не хватает. Ну там черепа. С черепами, если смотритель не ударит правильно, мы ничего не сделаем, потому что некому с них щит снимать. В общем, печалька, ребят. С одной стороны черепа это, конечно, круто, с другой, как видите, вносит кучу головняка. Да блин, ну чё за фигня, ну где ускорялка? Почему нельзя было нормально замедлить? Ну посмотрите, блин, ну... Такой хороший заходик, и дали этому, блин, Дрейку, Дракосу, блин, точнее, включиться. Ну не обидно, а? Просто залпом всех нафиг ушатал. Вот видите, Ара, а я тот ему не обезвредил, говорю, Ара, блин, конечно, тот ему не обезвредил, красавчик, убежал, блин. Нифига себе. Ну, блин, удивите, удивите меня, пожалуйста. Не бегите к Дракосу. Унесите эту подземку. Куда к Дракосу побежали, дебилы? Твою мать, череп. Сука. Ты, блин. Ну чё, ребят. Вся надежда на бочку. Правда, я не знаю, тут скорее всего ушатают башни ее. 37%. Ну-ну, смотритель, смотрителя, давай. 38. Смотритель, блин, включись. Не знаю, не успеет, скорее всего. Просто не успеет, ее быстрее сольют, чем смотритель наберется. Сейчас, блин, еще Дракос подбежит. Все, это жопа. 40%. Пиздец. Обидно. Да. Ну, ничего не поделаешь. Как видите, тот ему мешает. Не останавливаемся, пробуем еще, пока самики не сольем. Так, да уж, обидно.
Ну почему он не ударил? Почему дали Дракосу включиться? Чё за фигня? Бред полный. Тыква, какого хрена она там стоит? Посмотрите, ну это вообще жесть. Тыква стоит сбоку. Давайте попробуем сбоку забежать ради интереса. Чем мы пытаемся через одну и ту же бегать? Может, нам повезет больше. Поехали отсюда, попробуем. Не вариант. Тут мы кинули заморозку, с разных сторон подбегают. Видите, здесь еще есть один нюансик. Здесь куча бомб. Ну что это было, блядь? Вот что это было? Чё за фигня? Так офигенно все шли, блин. И в один момент просто тупо всех залпом нафиг унизили. Да, бочка. Я говорю, бочка. Сейчас попробуем другой вариант. Правда, не знаю, ли он законает. Ну, давайте попробуем с тыковки стартануть. Правда, это самый хреновый вариант, она не выживет. Ее просто сейчас сольют. Тыква, это вам не бочка. Что это было, блядь? Они, по-моему, без тыквы лучше справляются, блин, чем с тыквой. Правда, от хила не хватает. Нормально мы так кулаков потратили. Но надо ее домучить. Ну все, я уже не знаю, что еще тут можно придумать. Да блин, как эта гарпия в магии бьет? Ну что за фигня опять начинается? Тыква побежала вообще непонятно куда. Ну это вообще полный бред, блин. Сбежались, блин. Запарили. Вот видите, вот сюда они добегают, и тут, ух ты, да, дальше, блин, гарпия сейчас просто ушатала всех, блин. Эх, обидно.
Нет, это не вариант. Бочка, конечно, там прорвалась далековато, но... Сейчас попробуем. Хотя, что тут пробовать? Вариант только один. Ну унести черепов, уйдите, блядь, оттуда. Ну чё за х... Это пипец, ребят, это просто пипец. Эти тотемы, это просто жесть. Как и меня бесит. Такие, блин, заходы. Ну тут, блин, ничего не сделаешь. Вариант, конечно, пообезреживать все, которые можно, но... Как так? Вот как так? Что за фигня? Жесть просто. Кинули, блин, заморозку и тупо еще хуже стало. Почему нету разгона? Ну чё за фигня? Блин, его знает, что делать. Уже по максимуму этот щит оттягиваешь. Ну, блин, сливаются. Ну, не знаю, я уже на максимум все сделал. Это все. Это фейл, блядь. Бочка. Чего ты туда полезла? 44%. Я охренею. Это пипец.
Ладно, попробуем сейчас юнитом набрать. Ну, вообще как-то не особо. Еще разок. Ну, а кто, блин, убивать будет героев? Чё за фигня? Пипец, короче. Блядь, такой заход был офигенный. Ну, пробуем до конца золота. Надеемся на удачу. Блин, просто некому снять баф Атары. Ну, я не знаю. Вариант, конечно, есть. Ну, честно говоря, я уже поднапрягся. Добиваем это, не проходим, забиваем. Идем дальше, следующую подземку, в следующий раз проходить. Потому что, ну, шанс есть, конечно, как видите, гарнизон тащит. Но нервов уже не хватает на эти милипроценты. Так. Три заходика сделаем. Блять, медуза сейчас все запорола. Точка.
Говорю. Просто жесть. Уже слов не хватает. Да, ребята, это оно. Просто изи. Ну, тыковка по раду еще просто на 3 звезды. Что мы не просто так мучились. Целый, блин, почти целый час. Тотемов, конечно, куча. Но пофиг. Даже все выжили. Вот так вот, ребят. Главное, никогда не сдаваться. Гарнизон тащит, в общем. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Знаю, видос долгий, кто досмотрел до конца, красавчик. По лайку, всем удачи, всем пока.